приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередная распечаточка. Как вы уже догадались, это будут опять аксессуары к моему Дремелю Райоби. То есть это у нас защитный кожух, прозрачный, стеклянный, чи оргпластиковый, оргстекло, защитный кожух для того, чтобы вам от режущего инструмента, мусора или что там не попало в глаза, окалина и прочие дела. То есть техника безопасности на первом месте. О своем здоровье нужно беспокоиться. Итак, вот такой вот у нас. То есть цена его заказывалась на сайте AliExpress. Цена его копеечная, стоит $1. Ага, вот, я переживал, думал, а как же, если он накрутится не в таком положении, как тебе надо. А тут все продумано. Вот, единственное осталось, чтобы подошла резьба. Да, резьба она. То есть кожух бомба. Вот, все. Теперь абсолютно все, что вы пилите или что, крутите куда вам нужно защитный кожух и спокойно можете ни о чем не переживать. За свои глаза, за лицо ничего вам не отлетит. Вообще бомбовое такое приспособление, прикольное, и по качеству массивный такой. Ну, я бы сказал, что совсем не ширпотреповский, и гайка такая качественная. Массивное все, толстое оргстекло такое, прозрачное, прикольное. Даже я бы не сказал, что оно сильно искажает. Через него видно тоже очень хорошо. Вот такая вот штука. Очень полезная. Я считаю, что сослужит свою службу. Я вот недавно только пользовался, пластик резал, и реально, ну, летит. Я уже не говорю за железо, а и железо резал. Ну, железо вообще нереально, надо со стороны смотреть. Ну, даже пластик, говорю, резал и кругом кинуло на лицо раскаленную пластмассу, то совсем неприятно. Рекомендую всем однозначно. Очень хороший товар. Кому понравился или кому нужен такой, ссылочка будет под видео, переходите. Дешевле я не нашел нигде, ну, в Китае у нас я вообще не нашел. Вот, так что кому нужно будет, заказывайте, очень хорошего качества. Спасибо всем за просмотр, кому было полезно, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, до встречи на моем канале.